Если у вас есть реальные угрозы, то психическая энергия тратится на спасение от реальных угроз. Вы ориентируетесь в окружающем пространстве для того, чтобы обнаружить риски, что вам угрожает. Вы постоянно мониторите окружающее пространство на предмет, где находятся калории. И это все хорошо, хорошо, хорошо. Значит, если у вас вы попадаете в мир, в котором нету реальных угроз, ретикулярная формация продолжает вырабатываться, куда и деваться, начинаются неврозы. Что такое неврозы? Вы опасаетесь несуществующих вещей. Я боюсь заболеть, я боюсь умереть от сердечного приступа, хотя мне 18 лет, и как бы сказать, сердечный приступ ровно ждет меня через 81, вот, и так далее. И вот это все, виртуальные страхи, что я, это то произойдет, это произойдет, и так далее.